зовут Кристина Мацкевич, а это мои ученицы Юля Долимаева и Ева Моисеенко. Сегодня мы устроим челлендж-соревнование между участницами старшей группы. Я знаю, что вы очень давно ждали этот ролик. И на самом деле девчонки сейчас даже не знают, что будет происходить. Я вам сейчас расскажу правила, не волнуйтесь. Смотрите, у нас сейчас будет игра в колесо фортуны. Что это такое? В общем, всеми любимый блогер Влада 4 придумал приложение, которое называется «Колесо фортуны», и я его скачала. И сейчас я расскажу, что мы именно будем делать. Значит так, сейчас вы по очереди будете накидывать задания, я его буду загружать в колесо фортуны, потом я буду запускать эту рулетку, и вы будете выполнять то, что вам скажет уже рулетка. Но суть игры заключается в том, что тот, кто наберет первый 5 баллов, ну то есть за каждое выполненное задание у вас 5 баллов, ой, 1 балл. Тот, кто наберет первые 5 баллов, тот победитель. Поэтому тут на самом деле игра на везение. Вот. В общем, если вам будут попадаться собственные элементы, тогда вам повезло. Так, хочу колесо с проносом ноги. Окей. Колесо с прокрутом. Шпагат со стула. Простоять стойки на груди 10 секунд. Пируэт в тилт. Юлька. Переворот на 2. А let's go на 10 штук. Хорошо. Держи ЖТ и кувырок. Как называется? Хорошо, ЖТ в кувырок. Поворот в затяжку. Прыжок в шпагат, да? Угу. Ну, посложнее, посложнее. Кольцо. Хорошо. Все. Девчонки, я сейчас запускаю нашу рулетку. Итак, я вам напоминаю, кто первый набирает 5 баллов, тот и выиграл. Зрители, а как вы думаете, кто выиграет? Юля или Ева? Проверьте свою интуицию. Колесо с прокрутом. Юля, окей. Засчитываем тебе балл. Окей, тоже засчитываем. Хорошо. Итак, в первом задании у нас обе девчонки справились, и вы получаете по 1 баллу. Мы переходим к следующему заданию. Интересно, что же вам выпадет. Переворот на 2 ноги у нас выпал. Ева, давай, твоя очередь. Ева, ты его выполнила на 90%. На самом деле еще чуть-чуть, и мы бы тебе прям засчитали. Юлька, балл идет тебе. Итак, у Юли 2, у Евы 1. Но мы двигаемся дальше. А я вам не покажу, я вам не покажу. Я вам не покажу. Стойка на груди, 10 секунд. Готовы? Давайте. Ну что, готовы? Да. Раз, два, три. Оп. Стоим. Старость не радость. Ну ничего, ничего. Юлька, сколько у тебя там уже баллов? 3. У Юли 3 балла, у Евы 1. Ева, пора догонять, а? На груди 10 секунд, мы верим колесу нашему. Можно? Раз, два, три. Сошли. Даже надо, кто лучше, да? У меня было лучше стойка. Так, Ева просит за старание, ей балл. Зрители, как вы думаете, мы дадим? Мне тоже давайте балл. Ну хорошо, вам по баллу. 4-2. Погнали дальше, друзья. ЖТ в кувырок. Я подходилась. А все, Юля! Нет, все! Иди сюда. Ну все, правда. Да. Все, все. Три-четыре. Давайте двигаемся дальше. Я не знаю,
что-то с колесом фортуны не то. В общем, у нас два раза подряд ЖТ в кувырок. Ну, счет-то у нас. У меня уже 5 будет. 5-4 в пользу Юли. Юля у нас победитель в этих соревнованиях. Ну что ж, девчонки, вы там драться собирались будете, а? Давайте. Будем. В общем, ладно, друзья, не забудьте на нас подписаться, обязательно поставить девчонкам лайк. До встречи в новых роликах. А знаете, что будет в следующем ролике? Эти же девочки по колесу фортуны будут соревноваться против младшей группы, и мы узнаем, кто круче, старшие или младшие. Мы. До встречи. Я...